Доброго вам здоровья. Как самостоятельно и бесплатно исправить зрение? Есть четыре естественных принципа, свойственных природе глаза, которыми надо пользоваться для исправления зрения. Первый принцип. Солнце светит. Второй принцип. Глаза сферичны. Третий принцип. Оси параллельны. Четвертый принцип. Мышцы симметричны. Теперь о каждом принципе я расскажу поподробнее. Первый принцип. Солнце светит. Сетчатка глаз реагирует на энергию фотонов, на свет солнца. Так есть, было и будет миллионы лет эволюции человеческого глаза. Для глаза солнца много не бывает, сказал великий американский офтальмолог профессор Уильям Горацио Бейтс, автор книги «Как улучшить зрение в очках». Второй принцип. Глаза сферичны. Сферичность глаза обеспечивает преломление изображения точно на сетчатку. Даосский массаж глаз в ритме молитвы Иисуса Абунг Башмая приводит к тому, что своими руками, своим умом человек делает глаза сферичными. Далее я покажу вам даосский массаж в ритме полного дыхания йогов с мантрой. Третий принцип – оси параллельны. Параллельность оптических осей приводит к центральной фиксации оптических осей обеих глаз. Изображение при этом строится на центральной ямке, которая на порядок чувствительнее остальной части сетчатки.
для параллельности оптических осей я изобрел вот такой бинокль, ту трубу, две трубы. Расстояние между оптическими осями здесь 60 мм, как раз для взрослого человека. Если вы будете наблюдать солнце после восхода в течение часа или перед закатом в течение часа, или будете медитировать на электрической лампе, которая находится на расстоянии более 2 метров, или просто смотреть телевизор с расстояния не менее 4 метров, то вы увидите, что ваши глаза будут давать 2 картинки. Вот так можно также сделать. Каждый глаз видит свою картинку. Вот этим упражнением я добиваюсь параллельности оптических осей обеих глаз. И тогда эти оси путем многих упражнений станут параллельными. Человек научится управлять оптическими осями своих глаз. Четвертый принцип. Мышцы симметричны. Мышцы глаз должны быть симметричны и не уводить оптическую ось от центрального положения в расслабленном состоянии глаза. Крещение, гармоничное полное дыхание йогов, молитва Иисуса Абун Вашмая приводят к симметрии глазодвигательных мышц. Дальше я вам покажу и расскажу, как креститься и медитировать на моем предложении таком, которое называется 8,8 крест полыни. С помощью этого креста цветного я пою молитву Иисуса, и происходит медитация одновременно на звуке и на цвете. Это, по сути, вхождение в эталонное состояние. Октава, 8 ударов сердца и на выдох, и на вдох. Это также эталонное состояние. 8 цветов, которые я прохожу в такой последовательности. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый. Это тоже октава, октава цветов. На каждый удар сердца я меняю один цвет. Примерно так. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И рисую глазами и носом эти восьмерки. Я покажу еще раз. И так дальше. Всю молитву Иисуса я рисую этот цветной крест. В заключение я хочу еще вот что сказать. Все эти 4 принципа необходимо и достаточно применять совместно. Можно применять их и последовательно, и параллельно, и одновременно, и поврозь. В этом состоит мой системный подход к восстановлению зрения. Не жалейте того времени, которое вы затрачиваете на свое здоровье. Я думаю, если у человека есть достаточно воли, он станет ясновидящим. Желаю вам большого успеха.
Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить
нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыгов.